Салют, друзья! Вы на канале Energy Gaming TV, меня зовут Игорь. И мы сегодня с вами смотрим игрушку под названием AOP Server. Игра новенькая, я вот только сегодня ее прямо схватил в свои цепкие лапки и хочу посмотреть, что за игра. Что же она себя представляет? Это хоррор в таком киберпанк стиле. Собственно, немножко истории игры. Действие игры разворачивается в 2084 году. Нас зовут Даниэль Лазарский, элитный частный детектив из отдела корпоративной полиции. В общем-то, и мы занимаемся расследованием, мы можем внедряться в сознание преступников и выуживать у них информацию. Соответственно, думаю, с этим как раз и будет связано то, что мы будем заходить в мозг даже самым опасным преступникам и выуживать там, узнать их не самые страшные тайны. Что же будет ждать дальше, давайте посмотрим. Это первое впечатление, посмотрим, что за, как игра зайдет мне, как она зайдет вам. Если понравится, то будем проходить. Так, ну давайте начинать новую игру. Да. Я запускал, смотрел, что все идет более-менее чики-брики. Вот. И поэтому готов посмотреть ее уже с вами. Проходил я недалеко, там чуть-чуть буквально посмотрел. Так. Нажмите. Ага. Нажал. Графически мне игра очень... Лазарский, вы там? Я здесь. Я спал, походу. Ой. Ответил Лазарский. Я тут, а! Зеркальце посмотрелись. Так, сейчас проснемся. Пиксели у нас из глаз пропадут. Лазарский, вы там? Да тут. Опа. О! Да, я здесь. Со мной все в порядке? Уже 5 минут не могу до вас дозвониться. Я уже 5 минут не могу. Со мной все хорошо. Наверное, просто задремал. Выспитесь в аду. Как дела с пожирателем снов? Ну, в общем, пока не превратился... так и не скажешь. Бу-га-га. Я серьезно, Дэн, ваш сигнал распознался повсюду. Так, ну, давай тогда, пусть не беспокоится, все нормально. Через пару минут. Примите лекарства сейчас же, вы нужны мне. Так, нажмите среднюю кнопку, статус, используйте карту. Так, средняя кнопка. Журнал расследований, о, это мы. Какого-то, кстати, мне актера напоминает, знаете. Не помню какого, к сожалению. Нифига, у тебя что? У тебя там что изо рта за зеленый дым полетел вообще? Ты что, брокколи наяривал, что ли, протухшую? Ну вот, так уже лучше. Да, хотелось все испортить. Только представьте, за завтрашние заголовки. Еще одна пьявка превратилась в Берлин. Не стоит так говорить, это ведь просто... Да, да. Есть работа для меня. Мне нужна нянька. Так, ну давай будем нормальными, адекватными людьми. Зачем я вам? Просто проверка или нужно ехать в центр? Да не, просто проверка. Не осталось так... Чуть скверно. Да, довольно плохо. Взрыв вынес полквартала, пожар все еще потушили только. Там повсюду склоняются мародеры и корпорации, так типа. То есть там заметают следы. Что-то не понял. Поосторожнее со словами, этот канал находится под наблюдением. Кто это? Как вы подключились к этой частоте? Не узнал? Адам? Да. По крайней мере, то, что от него осталось, от меня. Папа. Что случилось? Где ты был все это время? Подальше от тебя. Забавно. Я думал, после стольких лет мы будем... мне будет легче слышать твой голос. Но я ошибался. Какой сын вообще злобный? Адам, ну не начинай. Да, Адам. Понимаешь, я всерьез верил, что смогу это провернуть. Я был так близок к успеху. К тому, чтобы изменить мир, сделать нас свободными. А теперь не может быть, чтобы все это было зря. Так, нормально. Сына не было, хрен пойми сколько. Тут появился в эфире, все потушил и начал лить все с соплями тут на монитор. Блин, пап, хоть раз в жизни, просто выслушай меня, чтобы ничто не случилось, ты должен помнить. Чтобы ничего не случилось, чтобы ты должен помнить. Ты это контролировать не сможешь. Что с голосом?
Адам, ты меня слышишь? Ты еще там? Адам! Проклятие, блин, твою за ногу опять Адам пропал. Папа? Папа? Абонента. Показываю. О, Горбинский. Что-то новенькое. Матриарх, определите, откуда совершен последний вызов. Ну же. Местоположение определено. Доходный дом, район класса С. Как же так, Адам, трущобы. Как низко ты пал. Фига у меня там приборка. Смотрите, как все совмещено. Да, машина такая, вроде как, кажется и старая, но да, все-таки сделана в современном стиле. Блин, ну, картинка, конечно, у игры очень-очень прикольная, мне нравится. Вот. К сожалению, конечно, нет русской озвучки, это сразу минус. Но, в принципе, зато английская озвучка сделана на высоте. Актеры, как положено, все там озвучивают там. Ой. Игра, в принципе, сразу погружает свою атмосферу, такая достаточно... Что за хрипота? Что за женщина? Что у нее за дырка во рту? Фу, блин. Ой, глаза стеклянные. Что со звуком? Это у меня так или это должно быть? Какие-то искажения. Это у меня тащит. Ой. Какие-то портреты, блин. Какие-то телевизоры, кстати, маленькие. О, роза. Опадает роза. О, ребенок. Или кукол. Ой. Какая-то кибер-рука. Кстати, у нас, видели, заметили, тоже какая-то рука, так у нашего героя там. Походу, здесь все такие полуроботы, знаешь. Закончил только сегодня проходить Зесюрчи, тут сразу тоже такая. Тоже киберпанк игра, но только, правда, конечно, в другом жанре немножко. Но все же. Мне не нравится, что со звуком. О. Прекратилось. Эх, не дали нам на машине покататься. Я думал, дадут. Ты что там? Дыня металлическая. О. Здорово, Робби. Эй. Мужик, у тебя тут робот провода пылесосит. Здорово. Ну-ка, оп. А, прикол с они. Мигалочка у него там, все дела. Ну ладно, ладно, баба Зина, работайте. Вам там смазку не надо менять? Скрепите что-то. Здорово. Привет, прокачанный. Че, как дела? Тогда пообщаемся. Нужно выходить. Выход. Полегче, железяка. Мне не нужны проблемы. Нормально. Мне не нужны проблемы. Сразу начинать сообщение. Спокойно, железяка. Жилец? Нет, я не жилец. Я не вижу это в грибной яме, если это имеет значение. Что вам здесь нужно? Так, навещаю. Просто навещаю друга. Друга. Имя. Так, ну вообще он имя спросил, фамилии. Подожди. Он там, по-моему, кстати, говорили Грабинский. Грабинский. Леон Грабинский, да? Грабинский. Ну, по крайней мере, так выдало нам этот компьютер наш. Жилец, квартира 007, первый этаж, через внутренний двор. Поверните направо, поверните налево, прямо, поверните на. Слушай, пошли вон со мной этого робота. Я ж потеряюсь нафиг. Какое лево, какое право? Да, понял. Назад и вперед, спасибо. Какой назад вперед? Он говорил прямо налево, налево, вниз, право, вверх. Так, ладно, у нас получается обновлен журнал. Ну-ка, подожди. Смотри, у нас на пальцах какие-то там чипы стоят. Найти квартиру 007. Квартира Джеймса Бонда. Консьерж назвал мне номер квартиры, где жил Адам. Направляюсь туда. Хорошо. Пойдем. Блин, как все сделано, так странно вообще. Я такое ощущение, как будто, знаете, попал в мир фильма «Трон». Знаете? Нет такого ощущения. У меня вот прям. Что такое?
Внимание, граждане! Во всех районах класса С начинается комендантский час. Оставайтесь в квартирах и наслаждайтесь выбранными голографическими развлечениями. Благодарим за внимание. Смотри, какая улыбка натянула. Тебе идти надо рекламировать зубную пасту женщинам. Так, давай дверь закроем, что там. Эх ты! Если что, тут интерактивно, тут все у нас, видите, как закрывается. Правда, дверь вся как бы при закрытии не развалилась, нафиг. Тат-то. Какая-то вывеска. Какие-то дырявые птицы летают. Ладно, окей. Кругом камеры. Ну, получается, сюда, наверное, да? Ну, других ходов я не вижу. Ладно. Так. О. Ну, закройся. Опа. И у нас тут какая-то карта. Нифига тут квартир. 007, смотри, самая здоровая квартира, ребят. Походу, наш сынишка тут хоть в трущобах, но живет-то 001 под 017 квартира, да? Живет-то в самой шикарной хате, походу. Так. А что такое? Там что, тигр гуляет? Что за звуки нафиг? Вы смотрите, я как бы могу бзднуть. Будет очень долго пахнуть. Так, 008. Звук был... Ух ты, ничего себе, такой проемчик. О. Нифига себе, проходы, блин. А что, нормальный проем не... Смотри, стены, кстати, плавают, да? Что, реально, смотри, нифига себе. Трущобы трущобами, блин, а. Очки виртуальной реальности. Что-то они немножко как-то сейчас выглядят лучше, чем в игре. Есть кто дома? Какого черта? Телефон звонит, какого черта? Чего ты сразу черкаешь-то, а? Нажмите Ctrl, чтобы пригнуться. Жаль. Они здесь! Они пришли за нами! Помогите! Умоляю! Чё ты какие движения делаешь? Так. Встань с корточек. О, на нас. На нас одеты штаны. О, поднять можно. Давай. О, тихо, аккуратнее, спокойно. Ну, судя по одежде, здесь жила женщина. И, походу, с мужчиной. Походу, у нашего сына была подружка. Ясно, ладно. Воу, спокойно. Ой. Адам? Господи. Внимание, уровень нагрузки превышен. Какой нагрузки? У меня тут пульс Ой, что происходит? Там окно закрывается. Выполняется введение слабого что-то там. Диспетчер, это азовский номер жетона. Что происходит? Меня кто-нибудь слышит? Да нет, походу. Чудесно. Хорошо, Дэн. Может быть, это не он. Не обязательно я должен, что это он. Да, но головы-то нету. А, кстати, смотри, голова-то где? Эффективность функционирования восстановлена. Свет, включите, спасибо. Так, стой. Это Лазовский, изучая место преступления. Офигеть. А где голова-то, кстати? Смотри, главное, голову отрезали и все. Походу, это мафия. Нажмите Е, чтобы включить электромагнитное зрение. Ну-ка. Нужно проверить компас жертвы, может, он что мне расскажет. Это что ли? Так, нажмите. HN. Что же это нужно начинать? Компас, так, HN, модель, Гермес 3345, анализ, потребительное устройство, связи, предупреждение. Ничего полезного. Стой, это что? Да блин. Так, ну-ка, кровавый след. Совпадение не найдено, обнаружено загрязняющие вещества. Не удалось извлечь
криминалистические данные. Ну-ка. Край среза нейронный. Значит, убийца крайне возбужден. Край среза. Да посмотри на... Слушай, реально тут какая-то кошка была. Либо это его жена на него что-то обиделась очень дико, либо тут... Смотрите, царапание. Там же что-то... Такое было, да? А, 6 миллионов вольт. Видимо, недостаточно. Фига себе, 6 миллионов вольт. Это же сколько батарей? Это же сколько можно телефонов зарядить? Офигеть, 6 миллионов вольт. Блин, сразу жаришься нафиг. Для тебя ничего не останется, не то, что жаришься. Ты сгоришь напрочь. Так, что здесь еще есть? О. Это что? Сопутствующий ущерб или уничтоженные улики. Сервер облачной станции. Слушай, что-то какая-то для большой квартиры по карте, она какая-то маленькая. Хорошо. С чем мы здесь можем позаимствовать? Чуть не микросхемы. Кругом кровь, слушай, походу была битва. Так-то. Это что? Корпорация Хирон. Высокий уровень доступа. Вроде не, под, не поддельный. Но срок действия иссек. О. Так, ну слушай. Так-то... Да, слушай, Адамс, они реально наши. Ну что себе? Ему уже лет так под 40. Так-то, блин. А тебе тогда сколько? Деть. Походу рано сына завел. Скажу я тебе. О. Процессор. Просканируем. Так, модель. Цересик 7. Отлично. Это что? Опечатано на настоящей бумаге. Не ожидал от тебя такого. Опечатано на настоящей бумаге. Это книга, да? А, ну да, слушай, реально книга. А я помню, мне, кстати, писали, тут кто-то читал эту книгу. 1984. Ах, прям как год моего рождения. Ай-яй-яй. Ай-яй-яшечки, ай-яй. Так, что еще есть? О, нифига себе, газовый баллон. Вы тут что, блин, веселящим газом балуетесь? Материнская плата. Материкс 650. Что-то материнская плата, я не знаю... Для 2084 года какая-то она несоответствующая. Это вообще карта, блин, не знаю. 2005, блин, максимум, по-моему. Больше здесь вроде ничего нет, да? Так. Да нет. Ладно, давай дальше изучать. Тут какой-то компьютер сидел, что ли? Одни компьютерные запчастюльки валяются и все. Процессоры, системники, блин, материнские платы какие-то. Или это, скорее всего, музей был. Потому что это больше похоже на музейные экспонаты. Ну, судя по году игры, как бы, ну, точнее, тот год, который разворачивается в игре непосредственно. Ладно. Здесь мы вроде все изучили. Баночки. Свинарник. Так, слушай, там у нас еще выше, ниже есть, ну-ка. Шурик. Ключик. Так. Какой-то вольтметр. Да, ну такая. Квартира мастера какого-то, знаете, прям так напоминает. Мне кажется, наверное, это все-таки вряд ли наш сын, скорее какой-то мастер. Так, что здесь еще есть? Ну-ка, давай ко второй пойдем. Бойлер. Ход нагревания воды. Ну, понятное дело. Сомневаюсь, что в этом квартале нормально все, без перебоев. Душевая кабинка. Так, это... О! Что это такое? Синхрозин какой-то. 500 миллиграмм. Так, мощный стабилизатор. Аугментации. Рекомендуется строгий контроль дозировки. Ясно. Какая-то... Ой, запас их хорозина восстановлен. Ух ты!
А мы увидели в описании этого мальчика, он там потом раскис и стал таким черепом беспонтовым. Какие-то глазики сами делает и спит. Но он случайно не свои глазики делает, может это, знаете, ну, типа приколы, там, знаете, это дроиды, дроны всякие. Люди не люди уже, а какие-то полумашины. Стой, что было? О, ну-ка. Бинго. Бинго, нашел. Так, навигация, код. Да, я что, помню, что ли? Я вообще не знаю код. О, взломать, ну-ка. Подключение. Нормально. Ой. Соответственно, не найден. Ну, блин. Чудесно, 4, блин. Офигеть, а 3 сам додумывай, да? 4. Прикол. Я понятия не имею, какой код. 4, блин. О, холодос. Так, что есть? Что это? Да. На варенье не похоже. На горчицу похоже. Что это? Ой, подожди, возьми. О. Так, запрещенный препарат 45F, так и известный как корм. Ты и не притронулся бы. Такому, наверное, он сказал. Откуда ты знаешь, что ты сына своего словно давно не видел, откуда ты знаешь, к чему он притрагивался? Да не, мне кажется, это вряд ли сынова квартира. Что-то мне как-то не кажется об этом. Нормально. Фу, блин, капец, плита такая, что-то ушатанная. Тут какая-то краска или это, наверное, молоко. Так, ладно. Посмотрим, что здесь в шкафах есть. Какие-то баночки. Аппаратура, кругом аппаратура, смотри, колонки, нифига, слушай. Нормальная такая система. Диванчик такой весь замызганный. Так, ну-ка, просканируем. Стой, что было? Адам, стало быть, это твоя квартира. Впрочем, из этого не следует, что... твое тело или что-нибудь типа того сказал, да? А это получается Адам, да, там указан? Это получается Адам, какая-то женщина и сын? Ну ты вообще тоже нормальный, блин, дед. У твоего сына уже дети есть, а ты даже его не проведал. Он нормальный. Все, короче. Так, нафиг я вентилятор включил? Ну, мне жарко просто. В жар бросает. Тут тело какое-то безголовое валяется. Я бы там вообще в панике бы был. Ну хотя... О, клавиатура, блин. Офигеть. Так. Блин, ну это же небезопасно так вот баллоны так вот хранить прям вообще. Никакой этой. Безопасный, безопасный. А, ну тут огнетушитель. А, ну все нормально, ребята. Тут огнетушитель рядом, ё-моё, господи. Ну рванет, подумаешь. Сразу рванет огнетушитель и потушит, все нормально. Тут все ценно, блин. Что-то подфризивает, подожди. Успокойся, игра. ФПС мне верните, пожалуйста. Так, а что у нас там? Да блин, что происходит? Что с ФПСом? Так, все, вернулся вроде. Пролагался. Так, давай посмотрим, может у нас какие-нибудь записи есть интересные. Исследовать место преступления. Нашел в квартире обезглавленный труп. Возможно, это не он. Это не может быть он. Нужно... Так, это я читал. Какие-то зацепки. Так, покинуть квартиру. Блокировка запустила вспомогательную охранную систему. Квартиру можно попробовать отключить ее с помощью криминалистического интерфейса. Что еще за интерфейс? Так, определить личность абонента. Нужно найти женщину, которая пыталась связаться с жертвой. Возможно, она все еще в здании. Компаса сзади. Так, ясно. Ну что, получается, вы... Да, блин, выйди ты из этой... Да выйди ты из этой системы-то, ёлы-палы, блин. Задрал. Ну, здесь получается все, у нас больше здесь мы ничего здесь не можем сделать. Давай тогда отсюда выходить. Кажись, мы в тупике. Ой. Блин.
Давай открываем дверь эту нафиг. Консоль безопасности. Вот зараза. Вероятно, из-за активации активировал охранную систему, должен быть способ ее деактивировать. Ну, блин. Ну, провода идут туда. Слушай, подожди. Так, ну-ка, здесь. Эта панель накрылась. Должен быть сигнал, подается откуда-то еще. Так. Ну, блин. Куда же он может еще подаваться? Ну, кроме как вот сюда, естественно. Твою дивизию, блин. Ой. Пароль. 4, блин, на конце. Ребята, слушай. Ну-ка, подожди. Ну да. Блин, ну что попробовать, а? Книжка-то, смотрите, да? 1984. Блин, подходит, слушай, 4 цифры. Блин, давай попробуем. Ну, других все равно зацепок больше нету. Тут что? Какие-то буфера нарисованы. Наверное, сынишка баловался. Ну, давай попробуем. Не знаю, получится нет. Так, 1908. О, да я гень! Что-то все заискри... Ой-ой. Это что, блин, такое? Так, ну-ка просканировать. Что это тут выехало такое нам нафиг? Переносной компьютер. Отлично. Так, ад в центре города. Трагический случайность или атака повстанцев? Выбрать. Прокрутка. Так, аварийный служим. Так, ну ух, нифига тут. Ну, в общем, это какие-то новости, там же говорили про теракт или что-то такое. Почта. Давайте почитаем лучше почту. Они знают. Я знаю, что ты занятой человек и все такое прочее, но нам нужно поговорить срочно. По-моему, они следят за мной, но на этот раз по-настоящему. Я почти уверена, что вчера кто-то шел за мной до дома, и сегодня я видела этого странного парня из окна. Он просто стоял там. Если ты не можешь гарантировать мою безопасность, то я выхожу из игры. И мне и так проблем хватает. Хн. Так, ре. Осложнение. Пока наш маленький ослик тащит по воску, не беспокойся. Я с ней справлюсь. Она не такая, как мы. Она понимает, что влипла по уши. И это ее ужасно пугает. Он простого ума нельзя ждать слишком многого. Ты пока сосредоточься на своей работе и оставь человеческий фактор нашего проекта мне. Успокойся и сохраняй концентрацию. Помни о награде. ДЖ. ПС. Рад, что тебе понравился экземпляр. Мне кажется, в нем схвачена суть того, что мы пытаемся добиться. Непонятно. Так, какие-то документы, повреждения данных. Все это повреждено. Внутренняя безопасность, открыть ворота. Я деактивировал охранную систему квартиры, покидаю место преступления. Все, включаем. Замечательно. Больше ничего нету? Это что? Голографическая библиотека. Ну-ка. Ух ты. И все? Это весь ее функционал. А это что? Так, подожди. А, ну все здесь. Больше здесь мы ничего не можем дать. Ой, стой. Вот это я, пожалуй, заберу. Какие-то канапе тут еще, но я что-то эти канапе не могу сделать на жиме. Ладно, тогда валим нафиг отсюда. Я хочу отсюда уйти. Мне, блин, тут не нравится. Хотя... Тут
разговаривает. Чувствую, что здесь, здесь не так, но я знаю. Там что, Робокоп приехал? Что происходит? Журнал расследований. Вариант опросить соседей. Какой соседи? Ты знаешь, что вообще происходит? Нужно опросить жильцов, возможно, они помогут мне узнать, что произошло с Адамом. Блин, какой соседи? Ты чего, с ума сошел? А что за звуки? За ад? Ё-моё, блин. Что за ад происходит? Так, здесь мы не можем ничего постучать. А, мы, наверное, должны вот так вот, да? Типа стучаться. Так, панель голоком. Что это нам дает? Блин, что так все шумит-то жестко, а? Блин, не нравится мне это место категорически. Так, подожди, я туда понял. Сюда нам нельзя. О, голуби. А ну-ка ж нафиг отсюда, блин. Смотри, ленивые создания. Они вообще уже летать не хотят. Они вообще уже бегают. Да. О. Какой чистый. Нифига тут кого-то расперло прям не по-детски. Прямо не туалет. О, ага, отражения нет. Блин, какой смеситель-то, пацаны. Какие, говорите, там года? Такое ощущение, как будто я где-то... Ты кто вообще? Чё ты стрёмный какой вообще, а? Зачем ты его порезал? Ну ладно. Походу у нашего персонажа своеобразные вкусы. Я вам скажу. По секрету. Так. Ну и к чему мы тут? Кому можем настучать? Так, а мы можем позвонить? О. Полиция Кракова, я должен задать вам несколько вопросов. Вы в курсе, что происходит? Моя голографическая проекция отключилась, и я не могу зайти, найти сигнал. В здании активирована блокировка, внешней связи отсутствует. Вряд ли с этим что-то... Вот дерьмо, кажется, проблема серьезная. Так, вы хотели что-то спросить? Так, жилец из квартиры 07, ничего подозрительного не видели. Давай так. Вы знаете, кто живет в 7-й квартире? 7-й? Я не знал, что там вообще кто-то живет. А вы не знаете, когда связь починят? Не то чтобы это очень важно для меня, просто мне нужно знать. Займет некоторое время, я уверен, связь скоро появится. Давай так. Не переживайте так, уверен, над этим уже работают. А, хорошо бы, просто очень странно сидеть здесь в одиночестве, один на один с мыслями, ну, знаете. А вы не можете поговорить со мной еще? Как мне легче? А что вы можете мне рассказать предыдущий, так, блокировки? Так, вы можете, что вы мне можете рассказать? Ну, хорошо, о чем вы можете хотеть? Ну, вы знаете, гигант Горский сегодня дрался в улице. Чего? Не очень, но вы, похоже, фанат. Конечно, я не знаю, но кто из них победил, ведь проектор вырубился. Почему у меня трутся? Ладно, давай, чувак, простите, но у меня нет на это времени. А, ну хорошо, я понимаю, ничего страшного, я просто побуду здесь один, я действительно начинаю потеть, как свинья. Ну прими душ, не знаю, протрись полотенцем, счастливо оставаться. Какой-то парень вообще непонятный. Эй, вы, подойдите сюда. Так, о, ха, глазок, привет. Ты кто? В чем дело? Что это за блокировка? Это эпидемия? Случилась вспышка? Давай, возможно.
Ну, такую возможность тоже нельзя исключать. Пока что лучше оставайтесь в своей квартире. Ну да, что же еще мне остается? Погоди, почему я с вами общаюсь? Вы же тоже можете быть заряжены. А, уходите! Да. Напугали мужика. Тут что, это такое ощущение, как будто психушка какая-то. О, смотрите. А, то опять уборная. Нифига тут уборная, кстати, слушай. Это закрытая. Ну-ка. Блин, я бы в такой хоть. Ну, я бы, честно говоря, ты знаете, тут как-то жить не хотел бы. 001, никого нету. Что ж, ладно. Пойдем тогда туда, где у нас дверь открылась. Конечно, у нас еще есть там, но у нас все-таки есть направление, куда можем пойти. Тетя, а в этих мы не. Привет, это Том. И Айрин. Надеемся, у вас выдался изумительный день. Да, очень надеемся. К сожалению, у нас сейчас нет дома. Ай-яй-яй-яй-яй. Но вы можете оставить сообщение после сигнала, мы обязательно свяжемся с вами, как вернемся. Ура! Ой, то есть, пип. Нормальные ребята, мне они уже понравились. Классные соседи. Чего вам надо? Сэр, у нас найдется минутка, я из полиции. Господи, он здесь! Да. Тут нормальные люди вообще есть? Полиция, мне нужно с вами поговорить. Ты его сломал? Нет, это ты сломал. Нет. Да, я заткнись ты наконец-то или нет. Я здесь пытаюсь разговаривать. Я слушаю, чего вам? Жилец из квартиры. Крики. Жилец. Крики. Крики. У вас там все в порядке? Чего? А, да, вы уже знаете, какие сейчас дети пошли. О, да. А и какие же? Ну, с ними нужно быть строгим, иначе они на голову лезут обычно. Я просто скажу их, сажу их перед проекторами. Тогда они становятся тихими и спокойными. Но все просто к чертям сломалось, дешевое американское дерьмо. Ничего себе. Так, идите себе тише. Не, ладно, давай узнаем нашу. Вы знаете, кто живет в 7-й квартире? Папа, Томми на меня... Заткните! Мне кажется, я сказал вам заткнуться. 7-й, да. Нет, не могу сказать, что я его знаю. Хорошо, значит, все ж таки, знаете. Ну да, я видел его пару раз, может, я что-то подзабыл. Можете примерно написать его? Возможно. А зачем вам? Возможно, я его Дарт Вейдер. Так. Ну, давай так. В этой квартире мог проживать мой сын. Я пытаюсь его разыскать. Ну, тогда, может, вы мне его опишете? Я скажу вам, если что-то припомню. Мы не общаемся уже довольно-таки давно. Ага. Очевидно, время оставляет следы, понимаете? У меня ведь тоже семья. Заткнись! Нет, ты заткнись! Нет, ты! Клянусь, сейчас, если вы не заткнетесь... Ага, я уже понял. Как вы можете его описать? Так вы можете его описать? Молодой, где-то 25 лет, среднего роста, среднего телосложения, не особо запоминающийся. Так, что-либо подозрительное. Вы не видели чего подозрительного возле дома? Может быть, здесь слонялись какие-нибудь незнакомцы? Не, меня мало волнуют другие жильцы. Общество из них просто горстка неудачников. Ты такой тупой. Не, ты такой тупой. Не, ты немного тупее. Да заткнитесь уже. В отличие от вас, успешных, уважающих граждан. А то, к счастью, скоро мы выберемся из этой дыры. Правда? Да, я неплохо продвинулся по службе, даже подал заявку на повышение статуса. Как только ее утвердят, мы сразу переедем в район класса Б. И будем бэшниками. Понятно, ну что ж, удачи. Странная семья. Ну, хотя бы более-менее дольше с нами пообщу. Слушай, здесь явно кто-то проходил. Даже...
Это же ненормально, что есть такие дыры в стене. Так. Куда? Нормально. Ну ладно, здесь, я думаю, ничего смысла не искать. Пойдем дальше. Так. 12-я квартира. Никого. Никого в 11-й тоже. Так. Это я заберу. Здесь ничего. Ага, и у нас тут выход. Но выход непростой, а с паролем. И пароля-то у нас нету, да? Какие-то... Почему лампочки эти подсвечиваются? Ну, может, мы его взломать сможем, а? Ну-ка. Сейчас я опять, типа, там... Сейчас последние три. Ноль. Четыре. Четыре. Шесть. Ну, браво. Браво, браво. Белиссимо. Ё-моё. О. Так, ну-ка. Чё с собой дверь? Как будто её с другой стороны держат, да? Нифига себе. Вроде никого не видать. Фу. Ё-моё. Спокойно. Так, ну это мы с вами вышли уже, я знаю где, да? Мы с вами вышли с другой стороны. Или нет? Слушай, подожди, надо проверить. Консьерж оставил дверь открытой? Открытой. Мы вышли к консьержу. Бутылочка. Ну и, конечно же, мы сразу в эту дверь войдем. Давай мы ее закроем. Да закрой ты ее нафиг. Так. Отлично, это что такое? Блин, я хотел просканировать. Ну как-то так. Ух, нифига тут сегодня. Два микрофона, блин, вот. Фига у него студия. Вот тут еще не то, что консьерж, он еще, походу, тут и диджеем подрабатывает. О, смотри. Это же шестерка или нет? Ну, похоже. Прикол. Нано-пэджи какой-то. Так. О, здесь уже какая-то мутирующая система. Ну-ка, что здесь вообще? С чем мы можем тут взаимодействовать? Давай посмотрим. С компьютером. Так, стена высока. Почта, заявка. Ух, ё-моё. Заявка. Ну, тут, наверное, скорее всего, какие-нибудь дела консьержа. Хватит защищать. Хватит значить. Хватит. Так. Ну что, друзья, я думаю. Наверное, достаточно мы посмотрим с вами игру, чтобы сложить о ней мнение. И так, в принципе, она уже на 43 минуты записи затянулась. Так что, друзья, пишите ваше мнение о данной игрушке, как вы к ней относитесь, как она понравилась вам по первому впечатлению. И мы будем дальше уже принимать решение, проходить ее дальше или же не стоит. Собственно, всем спасибо за внимание, ставим лайки, пишем комменты, так, ну, вообще повторяюсь, да, играем в хорошие игры, и всем до встречи.